Агропромышленной сфере региона катастрофически не хватает кадров. На очередном заседании регионального парламента обсуждалась инициатива ивановских депутатов внести изменения в федеральный закон о воинской обязанности. Парламентарии предлагают предоставлять отсрочку от призыва выпускникам сельскохозяйственных университетов и профтехучилищ, работающим в агропромышленной сфере в сельской местности. Инициативу направят председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Правда, пока неизвестно, окажется ли перспектива работы в селе для молодых людей привлекательней службы в армии. Такой уверенности 100% у нас нет, безусловно, потому что нужен целый комплекс мероприятий социального характера. Безусловно, что нужны дороги, нужна медицина, нужны клубы соответствующие. Поэтому, безусловно, что Но ведь вы вспомните вообще, когда у нас осваивали целину, когда у нас... Ведь эти же ребята строили и клубы, строили и дороги, и делали все. Вот я думаю, что мы должны этой практике придерживаться и поддерживать сельхозтоваропроизводителей не только в рамках валового произведения хозяйства, но и в социальной сфере. Деньги должны быть у сельхозтоваропроизводителей для развития этой социальной сферы. Тогда ребята будут оставаться.